У Центра избиркома новый председатель. Комиссию возглавит Анжелика Караман. За нее проголосовало большинство новоизбранных членов. Напомним, 16 сентября депутаты на пленарном заседании парламента одобрили кандидатуры пятерых членов ЦИК из 9. Это Александр Берлинский, Анжелика Караман, Сергей Гурдуза, Людмила Лупашко, Александр Мустяца. А президент Майя Санду предложила своего кандидата Павла Постика. На последующих заседаниях парламента изберут еще троих кандидатов, на сей раз предложенных оппозицией. Члены ЦИК избирают сроком на 5 лет.